Вы такие все счастливые, расскажите. Все, ваше это, счастье наступает. Кто-то потерял. Да, кто-то измазался, кто-то потерял голос, кто-то, короче, кто-то травмировался, да, покажи свою обувь. Ах ты, а кто вы, подскажите? Я? Не надо завидовать, а? Не надо завидовать Артемию умиротворению. Спасибо, Артемий. Всегда пожалуйста. Так, ну что, ребятки, наш первый мостик и, наверное, последний. Инстаграм. Что скажете свое оправдание? Ты посмотри, какой телефон держу, какой Инстаграм. О. Окей, сорян. Был не прав, спалил. Лен! А, привет! Ты тоже? Ты тоже решил выступать? Ага. Класс, да? Так, вначале девчонок, да, отправляем? Потом они возвращаются, забирают наши рюкзаки снова идут. Да. Слушайте, у меня прям такой флешбэк. Или ты вернешься? Делать разбежку 5 метров и все. Таня. Подпишите! Ставить на мосту. Примерно такой же мостик был у меня в старом еще поселке через реку. Люди переходили к своим домам, представляешь? Да. Поэтому я помню, его так боялся по детству. Не, такие и в Московской области такие мосты также использовали. Поэтому... Я люблю вообще навесные мосты, они так прикольно под тобой пружинят. Ну да. Я помчал? Ого. Такая пружинка. Привалы проходят, да? Вот так у нас проходят привалы, и так мы проходим перевалы. Кто-то становится менее грязным. А кто-то наоборот валяется в грязи, как нас. Такое. Фотосессия застигла неожиданно. Видеосессия. Привет. Да, так, ну что, как вообще? Да? Мы даже не устали. Привет всем, изи, кто каточка. Снизу, идите к нам. Привет маме и папе. Пользуясь случаем, передаю привет, да? Да. Подписчикам. Владимир Владимирович. Тому, кто это найдет. Вероника, привет, Вероника. Вот так вот человек пытается перелезть через бревно. Второй фотографируется на его фоне. Сейчас фоткать? Давай. Ну расскажи, как тебе там? Классно. Перелазь к нам. Мы тебя ждем, мы вообще-то сюда идем. Давай, я был первым. Не-не-не-не-не. Таня. Да, Артемий. Дальше мы сейчас распущу покачать. Артемий, больше секса. Больше секса, Артемий. Нет, это было меньше секса. Поэтому я думаю, что 2 часа там это нормальный расчет времени. Итак, ребят, ну мы с 9 утра на ногах. Сейчас у нас 4 вечера. Расскажите вообще, как вы себя чувствуете? Цветем и пахнет. Кто-то цветет, кто-то пахнет. А кто-то пахнет. Посмотрите, это просто. Это вот я наступил примерно посюда. Вот. А еще ты богомола убийца. Нет, это был не я. Не будем показывать пальцем. Он его все-таки убил? Нет. Он его посеял. Мы его спасли. Он посеял, я пожал. Вот у нас очередной перекур. Привет. Привет. Как вы себя чувствуете? Отлично. Немножко запыхались. Да? Ну, надо вот дыхание просто восстановить. Фу. Да. Какая красота. Вот так вот у нас ребята там. Мы снова куда-то убежали вперед. Идем. И вот такая вот горка, да. У нас горка еще ждет.
По-моему, мы достигли вершины. Мы достигли вершины, стой, но не ту. Я чуть не упал. Давай, я хочу на это посмотреть. На что? На всякое. На всякое разное. А прям на... Нет, я не буду. Так я же тебя снимал изначально. Все, спасибо. О-о-о-о! Вот так вот прошли основную жесть. Вот. И движемся вдоль так называемого ручья. Практически добрались до привала. Смотрите, какие у меня сегодня ботинки обалденные. Ну, еще чистые они у тебя. Я сегодня самая счастливая, смотрите, еще в чистую ботиночку. Ничего себе. Как ты так дошла? Смотри, не упади сейчас. Так, а там дальше болото, походу, да? Да. Походу, у Тани новый челлендж. Ботинки сохранить. Да! Красота? Охренеть. Ребятки, помашите ручками, лапками, у кого что есть. Клешнями. Эй! Привет! Всем! Коронавирус. What's that? Пошли, нам еще несколько часов по дрещевине топать. По дрещевине? Да. Ух, ебаться, сразу осторожно. Ты видео снимаешь? Да. Вот это вот я вам скажу. Шла Саш по шоссе и сосал сиську. Сиську? Сиську. Ник, иди сюда. Мы это сделали. Шикарный. Почти. Вот мы идем, получается, совсем рядышком. Вертикально 35. Привет маме с папой. Муа. Вот так. Мы добрались до вершины горы. Ура! Смотрите, какой вид классный. Ю-ху-ху! Впереди у нас спуск, ужин. Вообще-то жесть. Так, ну что, мы на вершине горы. Выше некуда. Ау! Мы сейчас идем в хат. Мы идем в домик, мы там будем кушать очень вкусно, а гречку покажете? Будем кушать. И у нас у всех грязные ботиночки, зацени. У тебя такого нет. Ботиночки. У меня как раз такое есть. Это жесть. Да. Водички? Все, пьем и едем. Всем спасибо. Ребята, в облаках, смотрите, офигеть. Ну как тебе ощущения? Классно. Да? Уже время ближе к 9 часам. Просто шикарно. Тут так высоко, вот, пожалуйста, облака даже видно. Ну что, пожелайте нам удачи добраться, потому что дорога просто... По итогу никто не знал, что у нас уровень эксперт. Да. Вообще жесткие ребята. Да, короче, вот получается мы находимся 945 метров над уровнем моря. И там ребята пытаются забираться, но я просто не пойду туда. Это просто трешняк. Мы думали, мы уже, короче говоря, на подходе, но на самом деле нет, узенькая тропа, ветер, я не знаю, температура, наверное, близка к нулю, вот. И облака, вокруг просто облака. Ну что, мы это сделали, это круто, всех поздравляем. Все, подвигаемся, дальше да, по ходу. Да, 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 вот собираем чищу. Так, собрались?
Блин, я хочу тебе свою ложку. А, вода холодная. Вот ложка твоя. За окном для меня. Давай. Анатолий, Анатолий. Так, ну что, мы вот собираемся выходить на улицу, да? Что у нас тут? Как все это выглядит? Ух, какая красота! Все прекрасно! Красота, блин! Да. Ножки, ножки! Ножки? Ножки, ножки! Ох ты ж, господи! Посмотрите на мои! Так, ну что, мы подождем. Погнали вниз! Все, поехали! Давайте! Меня не видно, но красиво! Фоткайте меня, фоткайте! Прыгай! Все отлично, идем по приборам. А, кстати, насчет по приборам. Анекдот. 200? Тань, помаши ручкой.